то велика вероятность, если христианство, что эта организация стремится к построению империи. Идем дальше. GD. Если мы знаем, что организация стремится к построению мононационального государства на территории России, то, скорее всего, она не разделяет позитивного отношения к Советскому Союзу. Отрицательная связь, сильная отрицательная связь. Дальше, если мы знаем, каково отношение к Советскому Союзу, то какое же отношение к событиям в Украине? Ключевой вопрос. Опять же, отрицательная связка. Если организация позитивно относится к Советскому Союзу, то она точно не попадает в данный класс, он подробно описан в упомянутой уже мной статье, при принте, не попадает в данный класс. Это как раз класс организаций, которые поддерживают правый сектор, поддерживают Евромайдан, не поддерживают ополченцев, не поддерживают присоединение Крыма к России. Это такой класс маржинально-маргинальных организаций, я их так назвал. Таким образом, можно сделать следующую прогностическую цепочку. Если организация придерживается светских атеистических принципов в религиозности, то она, скорее всего, придерживается принципов мононационального государства на территории России. Она, скорее всего, не относится позитивно к Советскому Союзу и очень вероятно, что она попадает в класс marginal касательно событий в Украине. Посмотрим нижнюю цепочку. Если организация разделяет принципы расизма, то она, скорее всего, не относится к организациям с этническим национализмом и редкими упоминаниями расизма. Если же организация, скорее, не исповедует расизм, то она, скорее всего, относится к организациям с этническим национализмом или редким упоминанием расизма. В терминах расологии организации, которые исповедуют этнический национализм или с редким упоминанием расизма, они выпадают в класс доминант. То есть это сам доминирующий класс организаций, которые поддержали присоединение Крыма, ополченцев,